Датой выхода серии в России «Крепостная» третий сезон станет, скорее всего, зима 2021 года. Два сезон закончился неожиданной развязкой. А если быть точнее, то на самом интересном месте и с завязкой на три сезона. Совершенно ясно, что Натали Дорошенко, Григория Червинского и Лидии Шеффер в трех сезоне не будет. Но в актерский состав введут новых героев. Выход три сезона однозначно планируется. Шоураннеры сериала подтверждали также факт выхода и четыре сезона, в сериале планируется еще как минимум 48 серий. Далее о том, как изменится дата выхода. Для начала напомню, что на российском телевидении «Крепостную» покажут позже, чем на украинском. Сериал снимается украинской киностудией и сначала состоится премьера у них. Конечно, те, кто дружит с интернетом и знает, где найти новые серии того или иного сериала, смогут посмотреть его раньше. И даже в день выхода каждой серии на украинском ТВ. Примерная дата выхода 49 серий намечена на март 2021 года. На российском ТВ ее вряд ли покажут раньше сентября того же года. Хотя есть неподтвержденные данные, что премьеру на российском ТВ ввиду особой популярности сериала у нас покажут одновременно с украинским телевидением. Но официально ни представители СТБ, ни «Россия-1», транслирующая «Крепостную», у нас этого факта не подтверждали. Украинские СМИ опубликовали данные, что сразу будут показаны не 24 серии, а сразу 48 серий. То есть снимать будут 3 и 4 сезон сразу, и показывать их затем непрерывно.